Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край, апрель 2022 года, господа, апартаментный комплекс Крымский. 11 этажей потрясающего, ребята, здания. Еще два года назад, летом, я, ваш слуга Дмитрий Александрович, здесь жил, господа, снимал здесь жилье. И я вам хочу сказать, что отличная придомовая территория, а главное, что удобно для вас, если вы, допустим, хотите, чтобы ваши родители или вы сами с детками ходили просто на пляж и кайфовали на мамайских пляжах, Куба, Ласточка и так далее. Ребята, пешая доступность на море. Я сейчас вам покажу две квартиры, каждая из которых 38 квадратных метров, каждая с потрясающим дизайнерским ремонтом, каждая стоимостью на сегодняшний день по 18 миллионов рублей и разные планировки. Одна сделана как бы как кухня-гостиная, изолированная спальная зона, а другая немножко зонирована, там есть как бы кухонная зона, гостиная зона и спальня, и плюс еще гардеробная. То есть, в любом случае, если вы хотите жить на Мамайке, в Сочи, в отличной квартире с хорошим ремонтом, и каждая из этих квартир имеет потрясающий, можно сказать, прямо боковой вид на море, и вы, ребята, увидите, что это достойные варианты за эти деньги в этом потрясающем комплексе. Я сейчас переворачиваю камеру, покажу вам немножко, как выглядит растительность на придомовой территории. Еще скажу вам, что здесь есть подземная парковка. В свое время я ее не имела смысла никакого покупать, так как я, сами понимаете, снимал здесь жилье, и поэтому я снимал парковку, ребята. И никогда не покупайте парковку. Нет, если у вас очень много денег, покупайте. А так, ребята, 5000 рублей, и я снимал здесь машиноместо и парковался здесь спокойненько, и не знал никаких бед и хлопот. Поэтому переворачиваю камеру, показываю придомовую и, соответственно, показываю вам две квартиры, а потом спокойно прогуляюсь до моря пешочком, чтобы вы просто наглядно понимали, сколько это занимает по времени. В той стороне у нас въездная группа. Там шлагбаум, нажимаете кнопочку, поднимается, вы заехали, соответственно, все там, не знаю, что-то погрузили, разгрузили, что вам нужно. Соответственно, с той стороны, опять же, въезд у нас на подземную парковку. Придомовая территория, вся вот в такой вот растительности, все аккуратненько, красивенько и так далее. Можно посидеть на лавочках, поотдыхать, так сказать, позагорать. Ну, в общем, вот таким вот образом, господа, выглядит весь Крымский с этой стороны. 11 этажей, у нас на 11 этаже. Ребята, две квартиры от одного собственника. От одного собственника две квартиры. Я могу сейчас зайти и показать вам, как у нас выглядит ресепшн. Там тоже аккуратненько. Консьерж вас всегда встретит, всегда вам улыбнется. Все в видеонаблюдении. Все, так сказать, по кнопочкам. Нажали, закрыли. Это касается и въезда, и просто прохода на территорию. Там у нас небольшая детская площадочка. Там можно поподтягиваться, турничок и так далее. Вот там, видите, вот, в общем, вот там. Вот так вы здесь зашли и попали, так сказать, к консьержу. И здесь тоже аккуратненько, красиво, лифты, все дела. Вот такая зона здесь при входе, аккуратненько, красиво. Добро пожаловать домой. Все аккуратненько, красиво, посмотрели на время, консьерж. И, соответственно, после этого подняли к себе в квартиру. На лифте, естественно, пошли, да, и поднялись в квартиру. 38 квадратных метров по выписке. Зашли, попали в прихожую. С правой стороны, обратите внимание на дизайнерский интерьер, мне очень нравится. С правой стороны, значит, у нас дверь получается в санузел. Здесь домофон, здесь все разведено по электрике. Вот таким вот образом выглядит у нас, получается, прихожая. Здесь гардеробный шкаф двухстворчатый, две секции. Оптиковолокно можете наблюдать, соответственно. Здесь, соответственно, уже полноценно повесили свои, например, курточки, пальто и так далее. Здесь, соответственно, что-то, может быть, поставили. Спальное место. То есть здесь у нас кухня-гостиная. Еще раз говорю, санузел. Изолированная спальня. Сплит на всякий случай. По всему периметру у нас здесь теплые полы, пожалуйста, электрические. Теперь санузел. Обратите внимание. Встроенные аккуратненькие шкафчики. Очень уютненько, правильно сделано, грамотное решение. Полотенцесушитель, все необходимое для жизни. Раковина, здесь все наполнение шкафа. Здесь аккуратно спрятана стиральная. Машинка, все остается при продаже. Душевая. Слушайте, к ванной вообще нету никаких вопросов. Ни по оттенкам, ни почему, либо еще. Кухню-гостиную вы оценили, выход на балкон. На всякий случай сплит. Больше действует как охлаждение, хотя можно и как обогрев, но нет в этом необходимости. Две зоны, соответственно. Здесь у нас электрический пол, еще раз говорю. И здесь электрический пол зонировано. По кухонной зоне какие-то вопросы есть? По-моему, все понятно. Встроенный холодильник, духовка, электроплита. Здесь у нас вытяжка. И даже, пожалуйста, что для хозяйки важно, посудомоечная машина.
Все, ребята, как вы видите, все так и остается при продаже. Все это у нас, как вы можете наблюдать, вытяжка. Холодильник. Холодильник, внизу морозилка. Отсюда у нас может есть выход на балкон, батареи. Вот, ну, мы выйдем на балкон со спальни. Обеденная зона, аккуратненькая подсветочка, все очень красиво. Хорошие двери, хорошая фурнитура. Дорогие двери, хорошая, дорогая фурнитура. Все, попадаем в спальню. Туалетный столик, что важно для девочки, что правильно сидеть и, соответственно, краситься по утрам. И не только, возможно, по утрам, но и вечером, в субботу, в пятницу перед тусовкой какой-то. Аккуратная спальня. В спальне у нас ламинат, двуспальная кровать, тумбочки, подсветочка, тоже сплит, соответственно. Хорошее освещение. Все по дизайну, полностью вообще меня устраивает. Нет никаких, ни малейших у меня абсолютно вопросов. И отсюда уже, пожалуйста, выход на балкон. Все гармонирует абсолютно. И цвета, и обои, и кровать, и, пожалуйста, шторы. Все абсолютно гармонирует. Просто супер. Выходим на балкон. Запросто, пожалуйста, столик, стульчики. И несмотря на плохие погодные условия, сами понимаете, это у нас будет потом комплекс с бассейном, со всеми делами. И здесь сегодня боковой потрясающий, ребята, вид на море. Сегодня ужаснейшие погодные условия, но тем не менее, чтобы вы понимали, это все у нас закаты, рассветы, это все в вашей власти, так сказать, и в вашей собственности. Шикарный вид на море. На сегодняшний день за эту квартиру 18 миллионов рублей. Абсолютно нету никаких вопросов, просто бам-бя-о. Этаж, та же самая история по площади, 38 квадратных метров, но немножечко иная планировка. Зашли, попали, соответственно, в прихожую зону. С правой стороны у нас гардеробная, с левой стороны у нас санузел, далее зонированная кухонная зона, спальня и, соответственно, как бы получается гостиная. То есть та же самая площадь, но разная абсолютно планировка. Ну, с чего начнем? Давайте еще раз, вот таким вот образом. Мы зашли, прихожая, домофон, все разведено по электрике. Дальше мы попадаем, допустим, сюда, это у нас с вами гардеробная. Такие же отличные двери, господа, такая же отличная фурнитура, все достаточно дорого, качественно. Все, полноценная гардеробная, интернет-оптиковолокно. То, что важно для любой хозяйки, это гардеробная, и она есть в этой квартире, на этой небольшой площади, и это круто. Дальше, с правой стороны у нас, ну, при входе с левой стороны ванная комната, везде то же самое, аналогично, теплый пол у нас. Все, попадаем в ванну, здесь тоже полезное пространство, очень грамотно сделано. Смотрите, вот такие везде ящички, шкафчики, и, соответственно, они абсолютно везде аккуратненько спрятаны. Здесь стиралочка тоже, естественно, вся техника остается. Все очень интересно сделано, полотенцесушитель, все необходимое для жизни, и полноценная душевая с такими аккуратненькими полочками. Тоже все достаточно красиво. Все, кухонная зона. Кухонная зона, тоже встроенная техника абсолютно. И микроволновочка, пожалуйста, вам. И духовочка. Электроплита, вытяжка, посудомойка. Все абсолютно рабочее. Все есть, и все в таком состоянии вам достается и остается. Обеденная зона, спальное место, выход на балкон, дополнительно сплит, который будет действовать в качестве охлаждения. Здесь, соответственно, батареи, потрясающий, так сказать, вид. Сейчас выйду, покажу. Все, здесь смотрите телевизор, спокойно сидите. Это у вас гостиная. То есть, если не хотите, чтобы там как бы кухня с гостиной, вот тут немножко зонировано. Еще раз говорю, та же самая площадь, но немножко другая история. Кому-то понравится это, и кто-то возьмет себе эту, а кто-то возьмет ту. Ценники абсолютно одинаковые. Заходим в изолированную спальню. Здесь то же самое, на полу ламинат. Он как бы теплее смотрится. Соответственно, более уютно. Вот такая вот подсветочка, освещение. Слушайте, ну, красиво, качественно. Это хороший, тоже дополнительный сплит. Хороший абсолютно ремонт для Сочи. Можно взять одну квартиру и в одной, соответственно, отдыхать, другую сдавать. Можно две сдавать посуточно. Чтобы вы понимали, ценники как бы здесь у нас в Крымском, ну, 5000 в сутки, это как бы однозначно да. Однозначно да, это как бы я там минималочку назвал. И потрясающие, опять же, рассветы, закаты, все в пешей доступности. Сейчас я спокойненько выйду после того, как показал вам эти две квартиры, и прогуляюсь до моря, чтобы вы понимали, что это самая пешая доступность и очень близко. То есть моим клиентам я это, соответственно, сейчас покажу, чтобы они понимали. У меня сейчас в данном случае две женщины рассматривают себе здесь апартаменты, и пускай принимают правильное решение. Так, ну что, квартиры вы посмотрели, а теперь, чтобы вам было понятно наглядно,
Я вышел на улицу Крымскую. Вот у нас апартаментный комплекс Крымский. С этой стороны у нас конечная 83-го автобуса. Налево туда вверх пошла улица Ландышевая, где есть частный сектор, всякого рода жилые помещения и так далее. Тоже на продаже, кстати, у меня есть. А здесь, ребята, вот сюда вниз пошла дорога у нас. И вот так вот, как вы видите, сейчас справа-слева машины написано «Стоянка запрещена». Летом здесь, спасибо, кстати, нашим сотрудникам ГИБДД, они нам здесь дают немножко продышаться и позволяют, особенно туристам, поставить здесь машины. Я просто сейчас хочу, чтобы вы вместе со мной прогулялись. Можете, так сказать, засекать время, сколько займет у меня дорога до моря. Послушайте пение птичек. С левой стороны, смотрите, возводят. Что там у нас вдалеке, вы видите? Правильно, фазотрон. Апартаментный комплекс Фазотрон, господа. А вот. И там вы помните, да, что у нас тоже есть площади разные рода на продажу. И от застройщика, и от инвесторов. Поэтому, если вы желаете Фазотрон, то пожалуйста. Или любую другую стройку. Давайте о чем-нибудь поговорим, пока я буду спускаться постоянно, потихонечку к пляжу. Значит, с левой стороны, сейчас я вам покажу, вы увидите... как альтернативу. То есть вот я показываю своим клиентам всегда альтернативу. То есть вот, допустим, Крымский, который вы сейчас увидели, да, и вот у нас впереди, вот обратите внимание, вот у нас Посейдон, да, жилой комплекс Посейдон, где вчера за 24 миллиона 500 тысяч рублей я тоже снимал площадь. Ну, плюс-минус такой же планировки. Ну, немножко получается другая локация. То есть там, получается, здесь нам нужно, получается, от Крымского небольшая. Ну, это, знаете, назовем это горкой, но она небольшая. Она небольшая. Вот, кстати, я, видите, оставил машину. Она небольшая горочка. И, в принципе, если... ну, любому человеку будет полезно. Что спуститься, что подняться по этой горочке для того, чтобы немножечко поправить свое здоровье. Не критично. Уверяю вас, что в летний период времени вы не будете видеть эту улицу пустой. Не будете видеть эту улицу пустой. Справа и слева здесь будут стоять машины. И вы здесь особо не припаркуетесь. Не припаркуетесь. Но вам и не нужно здесь парковаться. По той причине... А зачем вам это, ребята? У вас в апартаментном комплексе Крымский свои две квартиры. Или одна. Вон у нас с левой стороны Посейдон еще раз. Посейдон. В Посейдоне есть несколько вариантов квартир у нас на продаже. Может, кто-то интересуется Посейдоном конкретно и не видел моих предложений. Набирайте, я не кусаюсь, ребята. В левом нижнем углу экрана мой телефон. WhatsApp всегда работает, пожалуйста. Посейдоне мне нравится очень хорошее коммерческое заполнение. То есть количество кофеен разного рода, сладостей, которые они там продают. А еще мне там нравится очень магазин «Вкусы мира», где только исключительно иностранные товары. Вот в этом доме в желтом у меня есть квартира на продаже. Симпатичный тоже домик очень. Ну что же, мы почти пришли. Сколько там времени прошло? Минутки три прошло, пока мы с вами шли, болтали. Мне безумно нравится пляж Мамайки. Безумно. То есть, если выбирать... Я много раз снимал обзоры. Буду еще снимать обзоры именно. Я по пляжу гулял. И с детьми гулял, и в кафешках там ел, рассказывал. И уже там массажисткой вас всех познакомил, с Эльзой, которая там летом делает массаж. И сейчас в течение зимнего периода времени делает массаж. Здесь на этом пятачке все время открыта торговля. Здесь будет с правой стороны какой-то, видимо, пивной бар. Рядом еще что-то девочки сделают. Здесь будет столовая вот с правой стороны. Вот она у нас будет столовая.
Здесь будет продаваться всякие сладости, кукуруза будет продаваться. Все, ребята, впереди. Платная парковка, если что, имейте в виду, она здесь есть. И вот там, где написано полиция, вон впереди полиция, синенькая, видите? Там Эльза делает массаж. Эльза делает там массаж. Вот, а летом делает на пляже этот массаж. Все, это очень хороший пляж. Очень хороший пляж. Потому что здесь безумно чистые туалеты, как я уже говорил много раз. Такое ощущение, что их 1000 раз в день убирают. 1000 раз в день, вот они. Они бесплатные, ребята, бесплатные. Вот, понимаете, бесплатные. И при этом они круче 1000 раз многих платных. Сейчас вы здесь никого не увидите. Здесь тоже есть хороший ресторанчик. Ну и сам пляж Мамайки мне нравится. Состоит из нескольких секций, и в конце там пляж Ласточка, он вообще огромный. Он вообще огромный. Все, ребята, вот вы и пришли. То есть, будете ли вы жить в Посейдоне, и купите ли вы квартиру в Посейдоне, либо в Крымском, без разницы. Без разницы. Потому что и там пешая доступность до моря. Здесь тоже уникальное коммерческое наполнение разного рода всяких там. Дальше есть вкусное кафешка Сан-Тропе, там. Вот это. Еще раз говорю, хороший ресторанчик. Недавно поменяли здесь шеф-повара, можно посидеть с красивым видом. Вот там пляж Куба. И здесь раз, два, три секции. Дальше уже огромный пляж там. Ласточка в конце. В конце. Скоро наступит лето. Я буду снимать видосики. Вы увидите, сколько здесь будет народа. Мы тоже часто приезжаем с детками, здесь отдыхаем летом, потому что, ну, нам здесь нравится, клево. С утра приходишь, водичка прозрачная, теплая. Ну, нас все устраивает, классно. Все, ребятушки, подписываемся, набираем, не стесняемся. Под любой бюджет ваш, по возможности, подберем. И окажем, так сказать, качественные услуги по продаже недвижимости. Все, давайте, не болейте. Я вас крепко обнимаю всех. Желаю вам счастья, здоровья и, самое главное, любви. Обнял вас. Обнял.